своем послании народу Казахстана, третья модернизация Казахстана, глобальная конкурентоспособность, глава государства отметил, что оказание государственных услуг нужно полностью перевести в электронный формат. Правительством, агентством по делам государственной службы и государственными органами проведена огромная работа в этом направлении. Большая часть государственных услуг предоставляется на платформе информационных систем. Не исключение и государственные услуги в сфере агропромышленного комплекса. Реестром государственных услуг для территориальных инспекций Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан предусмотрено оказание 4 видов государственных услуг, а именно выдача карантинного сертификата на перемещение подкарантинной продукции на территории Республики Казахстан, выдача фитосанитарного сертификата на вывоз подкарантинной продукции за пределы Республики Казахстан, согласование ввоза карантинных объектов для научно-исследовательских целей, присвоение учетного номера объектам, осуществляющим переработку зерна и продуктов его переработки по технологиям, обеспечивающим лишение семян и плодов карантинных сорных растений, жизнеспособности, обеззараживание и маркировку древесно-упаковочного материала. Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан внесены изменения в правила по охране территории Республики Казахстан от карантинных объектов и чужеродных видов. Сокращены сроки выдачи карантинного сертификата с 3 до 1 дня и фитосанитарного сертификата с 5 до 3 дней. На скоропортивающуюся подкарантинную продукцию сертификаты выдаются в течение 3 часов, но при обязательном наличии заключения карантинной фитосанитарной экспертизы, выданным не ранее 7 календарных дней до даты подачи заявления на получение государственной услуги. Одним из требований международных стандартов по фитосанитарным мерам является наличие маркировки на древесном упаковочном материале, что упрощает его оборот и перемещение. За 9 месяцев текущего года территориальными инспекциями оказано 33 533 государственных услуг. Наиболее востребована государственная услуга по выдаче фитосанитарного сертификата на экспорт. Доля оказания услуг этого вида составляет 75% от общего количества. В настоящее время все государственные услуги доступны на портале egov.kz. Все государственные услуги оказываются посредством ведомственной информационной системы ЕАСУ. Это единая автоматизированная система управления. Данная система обязывает услугодателя вносить заявки в строго установленные сроки, позволяет контролировать ход исполнения заявления, сроки выдачи результатов его рассмотрения. Контроль качества оказания государственных услуг и соблюдение сроков ежедневно контролируется специалистами областной инспекции путем мониторинга системы ЕАСУ. Кроме мониторингового контроля проводится внутренний контроль качества оказания государственных услуг. Для проведения контроля закреплен ответственный специалист областной инспекции. Сформирован план проведения проверок. Во всех районах области проведен внутренний контроль качества оказания государственных услуг. В Ахкаинском, Таньшинском районах проверочные мероприятия проводились с участием эксперта Департамента агентства по делам государственной службы. По результатам проверок нарушений требований проверочного листа выявлено не было. Стандартами государственных услуг в целях исключения прямого контакта услугополучателя с сотрудниками государственных органов предусмотрена подача заявки и получение результатов государственных услуг как через канцелярию услугодателя, так и через портал «Электронное правительство для граждан». Досмотр подкарантинной продукции инспекторами по карантину растений производится при обязательном фото- и видеофиксации для недопущения коррупционных рисков при оказании государственных услуг. Вместе с тем, специфика оказания государственных услуг не позволяет в полной мере исключить такой контакт, так как до выдачи разрешительных документов необходимо осмотреть груз, проверить условия транспортировки, упаковки и маркировки подконтрольных товаров, определить соответствие груза фитосанитарным требованиям. Хотелось бы обратить внимание услугополучателей на тот факт, что электронное получение государственных услуг позволяет обеспечить прозрачность бизнес-процессов, что в свою очередь гарантирует
своевременное и качественное предоставление услуги. Государственная политика в вопросе оказания государственных услуг направлена на формирование клиентоориентирования со стороны государственных органов в отношении услугополучателей. Нами во взаимодействии с Департаментом Агентства по делам государственной службы постоянно ведется работа по совершенствованию бизнес-процессов, оказания государственных услуг. Компетентные органы вносятся предложения по улучшению их качества и доступности. Результатом такой работы можно считать значительно сокращенный перечень документов, предоставляемых услугополучателям. В настоящее время услуги оказываются по принципу одного документа. К примеру, подачу заявки на получение государственной услуги можно будет осуществлять в электронном формате на безальтернативной основе. Большое внимание уделяется информационно-разъяснительной работе с услугополучателями, особенно в вопросе получения электронных государственных услуг. В зданиях территориальных инспекций района и города Петропавловска размещена доступная и полная информация о порядке предоставления государственных услуг. Созданы уголки самообслуживания, закреплены специалисты для оказания консультативной и практической помощи услугодателям. В текущем году в районных печатных изданиях опубликовано 10 статей на тему государственных услуг. Каждая территориальная инспекция имеет свои аккаунты в социальной сети Facebook, где размещается информационный материал. На 2021 год запланировано обучение специалистов инспекции по вопросам повышения уровня предоставления государственных услуг. В целях объективной оценки качества государственных услуг Департаментом агентства по делам государственной службы к работе привлекаются общественные организации, которые осуществляют мониторинг и оценивают компетентность должностных лиц при оказании государственных услуг. Их умение общаться с услугополучателями, вежливость и тактичность при работе с клиентами, уровень добропорядочности и профессионализма. Мы внимательно изучаем результаты мониторинга, принимая меры по устранению выявления недостатков. Как результат отсутствия жалоб со стороны услугополучателей на качество предоставляемых услуг. Дополнительную информацию по получению государственных услуг можно получить в Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции, Комитета государственной инспекции, в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по адресу город Петропавловск, улица Парковая, 57В, телефоны 8715-2-53-37-49 и 53-37-43.